Ощущать, что вы здоровы, это радость, это почти счастье. А при каких условиях вы чувствуете себя здоровой? Первое, когда вы видите свое будущее. Проще говоря, у вас есть цель, и вы идете к своей мечте. Второе, вы уверены в себе и в своих силах и развиваете свои способности. Третье, вы умеете преодолевать негативные эмоции и не боитесь встречи с ними. Четвертое. Вы стараетесь позитивно общаться в своем социальном окружении. И взамен тоже получаете плюсы. Поддерживать свое здоровье на высоком уровне – это постоянная работа, и с ней нельзя шутить и лениться. Совет профессора. Эти четыре принципа надо постоянно выполнять и каждый день понемногу. И тогда вы будете чувствовать себя здоровой каждый день и долгие годы.